Пока сильные мира сего выясняют отношения на чемпионате мира в Дохе, будущие чемпионы по легкой атлетике соревнуются на стадионе «Спартак». На два дня королева спорта прописалась в Бобруйске. 650 спортсменов со всей Могилевской области, 10 видов программы и запредельные эмоции. По хорошей традиции уже в седьмой раз в городе на Березине проходят республиканские соревнования по легкой атлетике на призы нашего земляка и участника 4 Олимпиад Андрея Михневича. Среди огромного числа спортсменов выделяется Анастасия Гордей. 13-летняя легкоатлетка уже 4 года покоряет этот вид спорта. Главный вид – бег с барьерами. За спиной у девушки победа на городских и областных стартах. Сегодня на дорожке Настя показала время 52,7 секунды, придя к финишу в своем забеге на второй позиции. Это позволило спортсменке забронировать за собой третье место в беге на 300 метров с барьерами. Соперницы очень сильные. Ну, с ними было очень приятно, конечно, бороться за место. Ну и я желаю, чтобы им как бы... что-то они заняли в этих соревнованиях. Соревнования считаются хорошей проверкой потенциала всей Могилевской области в легкой атлетике. Ведь представители нашего региона всегда были на лидирующих позициях, как в стране, так и за рубежом. Главная цель соревнований у нас, значит, выявить сильнейших спортсменов молодых, которые... на сегодняшний день есть в Могилевской области. Сегодня завершился первый соревновательный день. Спортсмены показали высокие результаты и продемонстрировали волю к победе. Завтра турнир продолжится, и мы узнаем имена сильнейших. Приглашаем всех желающих прийти на «Спартак» и поддержать легкоатлетов. Начало в 10:00. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.